Зрение, где с прошлой недели ликвидируют последствия техногенной катастрофы. Сейчас создают заграждение и насыпи в районе взлетевшего на воздух и практически выжженного склада с химикатами. Утром там, по данным местных СМИ, прогремел новый взрыв. Как доказательство, телеканал CCTV приводит эти кадры. Их подлинность мы подтвердить не можем. Сегодня же обнародовали новые видеосъемки с воздуха, которые дают возможность в полной мере оценить разрушение. Как пишет китайское информагентство Сина, опасность несет еще и загрязнение окружающей среды. На склад, с которого все началось, хранились сотни тонн цианида. Сейчас его концентрация в пробах воды, взятых непосредственно рядом с местом ЧП, превышена почти в 30 раз. Власти успокаивают, что в других районах все значения в пределах нормы. Военные рапортуют, что уцелевшие бочки с веществом вывезены, а те, что пришлось оставить, цитирую, изолированы. Однако все это мало утешает жителей города, которые сотнями выходят на акции протеста, требуя компенсаций. Тем временем число жертв в серии взрывов и последующих пожаров на складе химикатов, по сведениям китайской прессы, увеличилось до 114 человек. Еще около сотни по-прежнему числятся пропавшими без вести.